добро пожаловать обратно на церемонию вручения премии «Оскар». Со мной одна из прославленных исполнительниц вечера – Бекки Джи. Эй, девочки, рад видеть вас снова. Здравствуйте, рада вас тоже видеть. Кожа на виду. Кожа вкусная. Сегодня вы выступаете с песней «The Fire Inside» из альбома «Flaming Hot». Да. Есть люди, с кем планируете встретиться взглядами для выступления? Поете ли кому-то из А-списка сегодня? Мы знаем, что зал заполнен, и мне большая честь здесь выступать, но я больше волнуюсь из-за особых гостей, которые со мной на сцене сегодня, и встречаюсь с ними взглядами, создавая невероятную химию, ведь мы все будем делиться незабываемым моментом. Я родилась и выросла в Лос-Анджелесе, и горжусь этим, но мне пришлось привнести немного Инглвуда в Голливуд. Поэтому, я думаю, вам будет очень интересно. О, боже, ладно, я очень взволнована. Должны поговорить о моде. Расскажите об истории образа. Я одержима. Спасибо большое. Это всего лишь небольшой эксклюзив от Веры Вонг. Ты говорил, у нас были обязательно культовые рукава. Очень рады, волнуемся. Я была взволнована на всех примерках. Я буквально была на грани слез каждый раз. У нее потрясающая команда. Через пару месяцев твоей песне «Шауэр» исполнится 10 лет. Планируешь ли ты что-то сделать для этого юбилея? Просто праздновать жизнь, семью, все жертвы ради этого места, чувствуешь? Я умираю, ведь камень был прям за мной, я предупредила. Камень за тобой, спасибо тебе большое. Жертвоприношение, удачи сегодня вечером. Рада видеть тебя, тоже рада видеть тебя.